Команда активных чебоксарцев, сокращенно КАЧ, так называется новый молодежный образовательный проект, который запустила администрация города Чебоксары. Десятки молодых людей уже стали его участниками. Как показывает практика, молодежи интересна социальная и экономическая жизнь города. В команду приходят люди, которые хотят и могут изменить жизнь к лучшему. Инга Егорова уже несколько лет занимается общественной деятельностью и пройти мимо такого масштабного проекта не могла. Ты всегда находишься в центре событий, работаешь с активными такими же людьми, как ты. Опыт работы в данном направлении очень важен для будущего, для развития себя как личности, как будущего профессионала в какой-либо сфере. Желания и энтузиазма у участников достаточно. Но все они понимают, что общественная деятельность – целая наука, и каждому есть над чем работать. Лично как для меня дает это немножко такое раскрепощение, открытость, побороть такие комплексы, как стеснение, и быть таким более открытым и, как сказать, улучшать свои коммуникативные качества с людьми. Опытные спикеры преподают ребятам этику и культуру общения, знакомят с алгоритмом создания личного имиджа и бренда. Одной из главных тем стала проектная деятельность. Активистов учат пошагово реализовывать свои идеи в жизнь. Мы собрали заявки со всех желающих – студентов, школьников, также работающей молодежи. Наша цель – собрать команду ребят, которые готовы создавать новые молодежные образовательные проекты, социальные, патриотические проекты, которые будут реализовываться в нашем городе. Вступить в команду активных чебоксарцев могут все желающие. Для этого нужно подать заявку и пройти отбор. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.